Всем привет! Приехали на реку Сура, чуть-чуть выше моста, Ямос. Народу достаточно, все пока сидят, что-то ждут, некоторые там пытаются что-то подсечь. Мы тут с Дмитрием глубины обрабатываем, тоже на 8 метров пока. Остановились на 8 метрах. Одного бершика слил, пока больше ничего нету. Сейчас он передвигаться будем потихонечку. Дно чистое, камеру опустил, посмотрел. Бели нет, никого нет. Рыбы нет. Вот. Рыбы нет. Пойдем сейчас дальше искать. Может, на меляк уйдем, окуньков погонять. Вот. Как-то пока так. Все печально. Середины Суры переместились под берег. Тут мелковато так, ну, окунька поискать. Что-то ветер там такой пронизывающий, холодный, сырой, блин, сырый еще. Погода поменялась. Было морозно. Сегодня уже, вчера где-то около 20 было, сегодня минус 4-5. Вот такой резкий перепад, еще ветер сырой. Руки мерзнут, все мерзнет что-то. Во. Решили сюда под берег уйти. И вот такие вот окушки долбят. Отогреемся, потом, может, обратно на большую воду пойдем. Вот. Пока. Пока сидим, развлекаемся мелочью. Ну, чуть побольше попадается. Ну, в основном пока такой. Еще балансир не уходит. Вот. Может, что покрупнее подтянется. Опять ударчик. О. Ну, окунь тоже капризный, не скажу, что дурок клюет. Тычется. Тоже мелковатый. Высоко я поднялся. Сейчас посмотрим, что у нас там творится на дне. О, окунь ходит. Нифига. Блесну опускал, не берет. Даже тычка не было на блесну. Вон окунь стоит. Охренеть. Любопытный. О, второй подтянулся. Второй подтягивается.
снег идет. Так стоит, не уходит. Сейчас в другой лунке попробуем. Фу, блин. По дну стукнул. Стукнул по дну. Тут окунь ставит. Вот окунь ставит. Охренеть, что он не берет-то? Еще окунь идет. Что не берет? Блин. Третий. Дима! Иди сюда!
Садись в любую лунку, вон там, где бур и другая, там везде окунь есть. Не понял. Вон там везде окунь есть. И здесь есть. Вон его полно, смотри. Вон его полно стоит. Ебать. Я с блесной прыгал, короче. И... Сечу я на мормышку, попробуем, да? Попробуй. В тех обоих лунках есть. Ага. А по размеру непонятно, да, какой? Ну, 500-700 грамм. Полно прям. Я понял. Я над ним прикалывался, он близко подходит, я раз камеру дернул, он, короче, газует и обратно возвращается. Его еще на камеру нападают. Это здесь крючок сидел, да? Где-то здесь, ага. Но это было набурено уже, да? Да, он, видишь, как все утоптано. Тут постоянно тусуется народ, походу. Тут вообще воды мало. Метр, наверное, воды. А вот я смотрю, что ты, блядь. Короче, смотри, что делать. Иди, брось удочку. Иди. Иди сюда, иди. Смотри, что творят. Стоит такой в упор, как пирамид. Да. Вон их вообще куча здесь. Раз, два вижу. Три.